Ха! Ну все, пора с этим завязывать. Помогите мне!
Смотрю я на этот передатчик и вспоминаю. Что же? Помнится, в 2020-м мы использовали такие для пиратского радиовещания. Передавали хардкор-панк на полицейских частотах. Получается, именно так стилеты взломали дроны. А я уж думал, ты никогда не догадаешься. Неплохо вышло с антенной. Многим наемникам голова нужна, чтобы в нее есть. Но ты меня радуешь. Маршруты «Москита» снова в безопасности. Заказ выполнен. И выполнен на совесть. Видеть вас. Привет, Дел. Позволите отвлечь вас от созерцания вида из окна? Ну, отвлек уже. Давай, выкладывай. Не поймите меня превратно, вопрос довольно необычный. Допустим, некто хочет узнать больше о людях и отношениях с ними. Что посоветуете? Надо думать, ты для друга интересуешься. Ну, с людьми нужно общаться, наблюдать за ними, слушать, изучать их. А, изучать? Это очень полезный совет. Тысячу раз благодарю за помощь. Приятной вам поездки. Добрый вечер. Спасибо, что вы с нами. Время местных новостей. Долгожданная казнь Хоакина Шмидта, известного как... Содержание свинца и кадмия в вашей водопроводной воде. Коммунальные службы Найт-Сити предполагают, что источник загрязнения – ветхие водопроводы.
Сара. У тебя есть халтура. Надо вытащить со свалки одну штуку, пока какие-нибудь придурки не разнесли ее на куски. Подробности я отправила в письме. Сто лет не виделись, подруга. Ну что, рассказывай, как ты? Крылья и багажник нахрен проржавели, но в целом кузов вроде держится. А как дела под капотом? А, движок теплый. Только недавно заглушили. Новая катушка зажигания, свечи, распредвал кто-то подлечил. Так, а это что? Кто-то почистил вентилятор и залил новую тормозуху. Только вот... разбавленную. Ха, масло сменили. Но оно старое. Слили с другой развалюхи. Ну ладно, все ясно. Эй, алло, убери руки от моей тачки! Чего? Да это моя тачка! И что же ты бросил ее ржаветь? Потому что она сломалась, и я... И ты ее кинул, а теперь вдруг про нее вспомнил и пришел. Зашибись, история. Знаешь что? Я столько сил и труда в нее вложила, лишь бы это корыто завелось. Начала бы с электродвигателя, быстрее бы вышло. Ха, много ты понимаешь. Он часто клинит, а очистишь его от копоти и остатков масла, и будет как новенький. Бля, а я дроссель целиком заменила. Вот, видишь, только владелец может знать тачку до винтика. Бывший владелец. Это теперь моя тачка. Как только она заведется, я свалю из города в клубах сизого дыма. А что случилось?
Почему ты хочешь уехать? Раз ты спрашиваешь, значит, никогда не поймешь. А ты попробуй, расскажи. Да что рассказать-то? По сторонам посмотри! Грязь, гниль и говно! Я больше не хочу здесь жить. Не могу. Цепь привода только ржавая. И что? Лучше замени, а то поддашь газу и хана. Быстрее тридцатки сейчас лучше не разгоняться. Погоди, так что, я могу ее забрать? Да, можешь ее забрать. Мне она все равно без надобности. В городе от нее толку мало. Доброй тебе дороги, умничка. Господи, спасибо. Не знаю, что и сказать. Ну и ну, кочевник решил осесть. Бывает же. Трудно строить планы, когда у тебя в голове тикает бомба с часовым механизмом. Если тебе это утешит, бомба с часовым механизмом тоже не в восторге. Да я знаю, Джонни, не обижайся. Ладно, погнали отсюда. У меня тут прямо мурашки. Приятная встреча. Меня атакуют! Приятная встреча. Какая классная у тебя тут свалка. Иди нахуй. Есть что-нибудь интересное? Смотря чем ты интересуешься.
теракт! Thank you.
Не могу сказать, что все прошло, как я хотела, но, по крайней мере, Красный Джо сможет тренироваться. Заказ закрыт. Thank you.
Да. Я дам тебе посмотреть на биочип. Если ты мне, конечно, поможешь. Меня очень радует, что ты передумал. Где встретимся? Приходи в нашу часовню в Пасифике и жди у алтаря. Окей, без проблем. Ты пришел. А как так вышло, что Пласид не знает о биочипе? Он ничего не понял по сканам. Немногие знали о налете на Кампеки. Пласид не знал, он... Юбетиба. Куда мы идем? Скоро увидишь. Дозорный не заметил, что у тебя биочип. Странно. Сюда. Я не дал ему времени. Это осложнило бы работу. Это бывший туннель метро? Нет, часть межконтинентальной маглевной системы. Все штаты были соединены. И система, и сеть распались после войны. Вьюэ Куран. Бон. Мы ведем тебя в киберпространство. Там ты сможешь взаимодействовать с конструктом. Чем это отличается от простого нетранинга? Интерфейс показывает слои данных прямо из сети. Их можно считывать. Обычные нетранеры видят только карту. Им недоступно то, что под поверхностью. Оборудование слабовато. Откуда мне знать, что я вернусь? Есть какие-то гарантии? Ты будешь в нашей цифровой крепости под надзором. Под вашим надзором. Если бы ты знал, что можно встретить в сети, не пытался бы спорить. У вас что, есть своя версия синтеховского интерфейса? У нас есть своя версия для всего. Мы ничего не берем из города. Так, секунду. Сначала объясни, зачем вам понадобился Сильверхенд. Мы хотим связаться с Альт Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт? Чип, который хранила Арасака, единственный путь к ней. Альт Каннингем. Слышал о ней. Да? Где? От кого? Джонни про нее рассказывал. Правда, немного. Джонни? Думаю, самое время ей сказать. О чем сказать? О нас. Конструкт активен, и мы с Джонни можем болтать время от времени. Угу.
На это мы тоже посмотрим. Ты мне не веришь? Думаешь, я разговариваю с вымышленным другом? Мало известно о том, как энграммы взаимодействуют с нейронной сетью человека. А вот мне известно, для человека это добром не кончается. А как вы хотите связаться с Альт? Мы выделим с биочипа уникальную часть энграммы Сильверхенда. Альт ее узнает. Если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. Эй, ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон? Только что сказала. Direction connecté. Connection stop. Джонни, похоже, ты будешь приманкой. Тебя это устраивает? Да мне похуй, делай, что говорят. Слушай, можешь рассказать, чего вы хотите от Альт? Только она одна знает безопасный путь за черный заслон. Когда придут перемены, мы хотим быть с победителями. Перемены? Когда создали черный заслон, все думали, что этого хватит, что лед отпугнет диких эскинов. Но прогресс идет, его не остановить. Скоро катастрофа повторится. Обязательно. И очень скоро. Корпорации даже не замечают опасности. Но мы будем готовы. Что вообще такое черный заслон? Я знаю, что... Ты знаешь, что говорит сетевой дозор. Последний бастион против эскинов после войны. Победа человечества над хаосом. Узнаю субботнюю рекламу дозора. Только черный заслон тоже эскин. Условия его работы не пропускать ничего с обеих сторон. Если бы эскины думали, как люди, его бы сочли предателем. О, нет. Только не ванна. Мы должны подготовить тебя к прыжку в сеть. Ты не привык к таким перегрузкам. Не выпендривайся, Ви. Делай, что она говорит. Я не хочу, чтобы меня замкнуло. Фух. Можем работать. Леон, avec Jean-Kiri. Ну, что теперь? Джонни. И Пари. Пари, плонжи. Где мы? Это наша борда, цифровая крепость. Мост в глубокую сеть. Тут все такое живое, настоящее. Киберпространство все время движется, меняется. Интерфейс подстраивает поток данных под возможности твоего мозга. Но ты совсем особый случай. Ты сейчас видишь больше, чем я? Да. Киберпространство всегда такое. Тропе. Ладно. Что теперь? Можно начинать. Все готово. Мы усилили твою связь с нейронной сетью Сильверхенда, чтобы взять фрагмент конструкта. Нам нужны данные об Альт. Только о ней. Это займет всего... Брижит. Происходит.
А теперь что? Что будем дальше? Вытащишь на сцену корпората, свяжешь его, обольешь бензином и подожжешь? Сильверхэнд! Эй, смотри сюда! Сюда иди! Сильверхэнд! Это не твоя личная группа! Джонни! Ты тут не один! Джонни! Ты вообще-то тоже. Больше никто ко мне не приебывается. Остальных просто достало что-то доказывать. Они поняли, что с тобой разговаривать бесполезно. Ты, блядь, поехавший! Ты знаешь, зачем я это делаю? Нет, нет, не знаю! Ты допрыгаешься, и Арасака сама наступит на горло твоей песни. Но идеи-то только у меня есть. Так что если тебе, как всегда, нечего предложить, отъебись! Это из-за концерта или... А? Ты же говорила, что не придешь. Не собираешься. Я передумала, милый. Посмотри на себя. Аж вспотел от злости. Это было классно. Да. Даже жаль, что у нас ничего не выйдет. Тебе обязательно надо все запарывать, а? Каждый, сука, кайфовый момент испортишь. Для тебя кайфовый, а на меня насрать? Тебе вот обязательно вести себя как скотина, Джонни? Чего тебе сегодня так накрыло, а? Не только сегодня. Мне казалось, творческие люди должны улавливать намеки. А тебе хоть бы что? Нормально же общались. Что тебе не нравится? Обижаешь, подруга. Ты же знала, на что подписываешься. Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный мудак, Джонни. Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный. Я бы слова не сказала. Но? Но все это фикция. Как и этот концерт, как и ваш самурай. Это фальшивка, обман зрения. Ты не рокер, Джонни. Просто прими это. Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки, пускать пену изо рта и скандировать смерть Арасаке. Понятно. Ты типа видишь меня насквозь. Ты знаешь, о чем я. Но перед собой... тоже притворяешься. Это у тебя офигенно выходит, притворяться. Ты просто боишься, что ты, что Керри. Только у меня есть яйца, чтобы бороться против Арасаки. И это вас пугает. Всех вас. Конечно, Джонни. Никто во всем Найт-Сити тебя не понимает. В этом и проблема. На сегодня я уже наебался под завязку. Так что можешь выметаться. Знаешь, мне казалось... что это нечто большее. Что у нас отношения. Такие, что можно ебать мне мозг по каждому поводу.
тебе именно показалось. Эй, ты куда? У меня встреча. Сильверхэнд! Эй! Можно выступил! Не надо. Хватит. Насколько еще ты будешь дуться? Пойдем отсюда. Выпьешь с нами по капельке, Сильвер Рокер? В другой раз, Чумбы. А если другого раза не будет? А? Джонни! Нет! Уйдите от меня!